Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим домашнюю шаурму или шаверму. Первым делом жарим куриное мясо. Перед собой вы видите полный список ингредиентов. Курицу нарезаем на средние кусочки. Армянский лаваш делим на ровные две половинки. Для соуса нужно смешать майонез и кетчуп. Все овощи нарезаем. Я уже все приготовила. Теперь собираем нашу шаурму. Первым делом половинку лаваша смазываем соусом. Дальше я добавила морковку по-корейски, капусту, куриное мясо, помидоры, огурцы, перец чили, соленые огурцы. Аккуратно заворачиваем наш лаваш. Складываем лаваш вовнутрь с боковых сторон и продолжаем заворачивать до конца. Перекладываем на гриль сковородку. Продолжаем. Все так же, кроме одного. В следующую шаурму кладем для детей сладкий перец вместо чили перца. Шаурма или шаверма одно и то же, просто в разных регионах блюда называют по-своему. Например, в Москве называют шаурма, в Санкт-Петербурге шаверма, в Греции гирос, а в Германии донер. Вторую шаурму приготовим в мультипекере и потом сравним, как лучше получается. Первую переворачиваем. Должна быть вот такая корочка. Пока первые две готовятся, мы заворачиваем остальные. Первая шаурма готова. Снимаем со сковороды. В мультипекере протекло. Может, закрыли на максимуме. И поэтому так получилось, я не знаю. Мне кажется, в сковороде гриль лучше получается и не стекает сок, а остается внутри. Поэтому продолжим в сковороде.
Здесь только нужно переворачивать. Получилось очень вкусно и сытно. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Будет много интересного!